Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена и мой канал Винтажный Буфет. Давно я не снимала видео с находками. И сегодня, в такой прекрасный летний день, у нас очень жарко, на улицу не очень хочется идти, я решила показать вам очередную свою маленькую коллекцию, состоящую из винтажных подвесов на окно. Вас приветствует красивый букет в кашпо, анютины глазки. И они как никогда подходят к сегодняшнему показу, потому что это лето, разные краски, яркие, всех цветов, которые цветут вокруг, просто доставляют большое удовольствие находиться среди них. И этот букет, этот цветок, кашпо с цветами я принесла с балкона. Снимаю напротив окна, поэтому немножко цвет меняется. Но не случайно я выбрала сегодня подвесы, потому что это надо видеть, как они красиво выглядят на окне. Выбрала вот такую салфетку. Это новая находка из секонд-хенда. Шерстяная салфетка. И обрамлена она плауинским кружевом. Размер салфетки 60 на 30 сантиметров. Она светло-такого желтого или бледно-желтого цвета. И мне нужна была вот такая серединка, которая будет хорошо отражать все эти подвесы, чтобы вы увидели рисунок. Первой моей находкой из этой серии стал вот такой подвес. Подвесы – это традиционное украшение окон в Германии. Именно благодаря такому подвесу можно было легко определить любимое занятие хозяина дома, его увлечение или его профессию. Например, винодел, садовод, сапожник, трубадур, охотник или кучер. Подвесы выполнены из стекла, в обрамлении рамки оловянной, и везде присутствует пайка. То есть рисунок выполнен витражными красками. Это ручная работа. И каждый цветок, каждый элемент пропаян еще оловом. И хочу показать вам его поближе. Размер подвеса 27 на 9 сантиметров примерно. И выполнен он вот в такой технике ручной росписи. Посмотрите, у него рамочка оловянная. Вот такая цепочка присутствует. Примерно 20 с небольшим сантиметров. Она тоже кованая. И вот так выглядит с обратной стороны. Все мы видим, что это ручная роспись. По мере того, как мне стали попадаться подвесы, я решила, что это очень интересная находка из серии «Винтажные вещи». Очень красиво подвес смотрится на окне тоже. Прямоугольная форма подвеса на цепочке может с легкостью имитировать панно, что делает подвес очень функциональным. Может использоваться в любом уголке дома или квартиры. Но когда подвес на окне, через него можно видеть краски неба, то это наиболее загадочно и красиво.
Этот подвес уже побольше, пошире, и размеры его 17 на 21 примерно. И вот так выглядит он, если его посмотреть на свет. Виноград, ремер, вино в бокале. И даже здесь есть вот такая вот аббревиатура, то есть это клеймо мастера. Очень декоративно и красиво применять такие подвесы в своем интерьере. Эти подвесы круглые и 11 сантиметров в диаметре. И тоже очень декоративно смотрятся. Здесь мы видим ирисы, какие-то мелкие цветы красные, колокольчики, возможно, еще. И вот такие вот, мне кажется, даже это примулы внизу. Стрекозка летит. Вот так смотрится роспись с обратной стороны краски. Витражные. Тоже небольшая цепочка. И вот такой с маками. Маки, ромашки, васильки. Мне очень нравятся такие. И таких подвесов мне попалось 4. По-моему, в разное время, но сейчас я не очень помню. Это было давно. И вот я наконец-то их нашла у себя. Как-то я что-то показывала, но сейчас решила уже показать маленькую коллекцию. Этот неимоверно красивый, с птицами. Размер 14 на 20 сантиметров. Тоже такие красивые яркие краски. Птицы на цветках. Немножко есть сход краски, но это не страшно, потому что это все-таки винтажная вещь. Таких подносов было 2 разного декора, и вот еще один. Бабочки на цветке, довольно яркие, такие летние. И посмотрите, как это выглядит. И обратная сторона вся прорисована. И посмотрите, обратите внимание, какое стекло. Эффект кракелюра. Думаю, что это первая половина 19 века. Довольно старенькие, но не менее привлекательные. И такие подвесы являются мечтой любого коллекционера. Эта находка очень удачная, потому что здесь уже олово. Нет, латунь, скорее всего, латунь, правильно сказать. И вот такие два мотылька. И посмотрите, какие у них крылышки. Крылышки – это перламутр. Эффект. Техника, вернее, Тиффани.
когда слюду вот такой вот или вот перламутр пропаивали каждую деталь латунью, оловом или медью. Вот такая здесь винтажная филигрань. Проволочки вот такие витые. Он очень легкий и вообще очень красивый. Люблю такие вещи. Потрясающий, просто потрясающий. Его также можно использовать в любом месте на стене, на шкафу, на зеркале. В общем, очень красивый. Смотрите, как переливается перламутр. Сверкает. А в эту красоту я влюбилась, как говорится, по уши. Посмотрите, какая красота. Роспись на стекле, букет полевых цветов, деревянная рамка винтажная, такая же цепочка. Смотрите, это уже выполнено в какой-то галерее. Город Линц. И стоит фамилия, наверное, или автора, или какого-то хозяина этой галереи. Смотрите, какая красота. Размер панно 14 сантиметров квадратное. И не менее потрясающее вот это. Колокольчики. Как правило, подвесы продаются по два, чтобы вешать на окно, на стекло, на обе створки. И это потрясающе красиво смотрится на стекле. Посмотрите, как чудесно и красиво это смотрится на стекле. И как я уже сказала, что через стекло видно небо. И когда солнечный день, это неимоверно красиво на стекле. И чуть не забыла показать вам вот эти миниатюрные подвесики 5 сантиметров с птичками. Их три штуки, все разные. Посмотрите, какая милота.
Какая красота, синичка. Как неудобно в перчатках снимать. А это, друзья, малиновка. Посмотрите, какая чудо-птичка. Эти птички висят у меня на стенке. А это уже 6 сантиметров. И, честно говоря, я не знаю, что это за птичка. Посмотрите, какая рамочка оловянная. В идеальном состоянии для винтажных вещей, предметов. И мы хорошо видим, что это ручная роспись. Вот такая красота у меня сегодня для вас, друзья мои. На сегодня это весь обзор. Я, друзья мои, благодарю вас за то, что вы посмотрели этот ролик. Если вы поставите лайки, то я буду очень вам благодарна. Поздравляю вас с наступающим праздником в России, Днем Независимости. Желаю всем мирного голубого неба, солнечной погоды, прекрасного лета, всего-всего самого наилучшего. Посмотрите, какая красота у нас за окном. Это пустырь, но он усеян маками. Когда жара наступает, маки закрываются, а там вдалеке они утром очень хорошо видны. Всего вам доброго, дорогие мои. До новых встреч!